Жителей Челябинска напугал столб черного дыма. Возгорание произошло в районе крупного торгового комплекса в Ленинском районе. На кадрах видно, как клубы черного дыма поднимаются вверх. Люди подумали, горит торговый комплекс. За этим, за товарами? Да. Хорошо, плохо. Но позже выяснилось, загорелась мусорная площадка у дома 64 на Копейском шоссе. На место возгорания прибыло 3 единицы техники и 12 человек личного состава. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар быстро ликвидировали, а обошлось без жертв. А это пожар на улице Барбюса. Вспыхнул частный дом. На место возгорания прибыли сотрудники МЧС. Местные жители полагают, что это поджог. Возможно, так кто-то решил расчистить территорию под строительство. Впрочем, неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание тоже не исключается.